Всем огромный привет! Сегодня видео отчет о моем заработке на Отзовнике за май месяц. Итак, я уже сформировал отчетик. Мы можем посмотреть, что у меня было 593 просмотра на 36 рублей 38 копеек. Давайте посмотрим, что у нас было на первом месте. Это машинка для стрижки волос, 76 просмотров. На втором месте сковорода Тефаль. Неожиданно вырвался в топ лекарства, хотя в лекарства всегда смотрели не очень много, 32 просмотра Losic Maps. И дальше уже пошло меньше 30 просмотров, я считаю, что это мусорные такие уже просмотры. Но давайте хорошо, 29, почти 30, это шаровый кран Bugatti и клиника доктора Ядом тоже держится на первых местах. Опять же сковорода, и все, пошло уже там 20 и меньше. Как уже можно видеть, всегда в топе это техника, это машинка, это бытовая техника, бытовая посуда какая-то, вот сковорода, одна, вторая. Ну вот, вырвались лекарства каким-то образом и клиника. Так, далее, смотрим теперь с Ютубом, что у меня. Значит, за май месяц с Отзовника у меня пришло 145 просмотров. Он, Отзовник, вышел из топ-5, ну, наверное, только потому, что сюда вошел «Я плакал» сайт, потому что я там стал размещать свои видео, посты, правда, меня теперь на нем забанили. Вот, но это уже совсем другая история. Итак, теперь смотрим статистику. За апрель у меня было 668 просмотров, за май 593, уменьшилось, как я и прогнозировал, потому что в мае много выходных. Также и прибыль уменьшилась с 40 рублей 93 копеек до 36 рублей 38 копеек. Процент прироста минусовой, минус 11 просмотров. Процентов. Просмотры YouTube наоборот увеличились. В апреле было 112 пришло на мой канал с Отзовника, в мае 145. Процент прироста 29,5%. Так, итого по диаграмме мы можем видеть, что небольшой спад. Скорее всего, летом будет еще спад, потому что я тоже, так же как и в мае, я мало пишу отзывов. У меня, по-моему, всего 3 отзыва, что ли, за май сейчас, на 10 число. Сейчас мы посмотрим. Так, вернее, не за май, за июнь. За июнь у меня 3 отзыва только. И то один, который не дает никакой прибыли. Рижский хлеб, Отзовник решил, что это не стоящее внимания отзыв, объект отзыва, и что за него не надо начислять прибыль. Так что моя прибыль будет, я думаю, совсем небольшая. Ну, может быть, конечно, я начну писать и наверстаю. Ну, а так вот пока что то, что вышло. Мы идем своим чередом. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ждите через месяц следующего обзора. И до новых встреч.